ну что ж, вот мы и собрались в очередной наш большой поход. Планируем посетить Сочи, Абхазию и Грузию. Вещей у нас вот как-то так. На сей раз они даже более-менее влезают. И это хорошо в связи с новой машиной. И проходимость явно будет побольше. Вот так вот как-то мы собрались ехать. На резине BF Goodrich. В общем, вот такие вот у нас дела. Ну что же, прощай на сей раз теплый и солнечный Питер. Хотя, конечно, погода весь год стояла плохая, но вот как мы уезжаем, она на сей раз улучшилась. Вот. Ну и да здравствуй то, что ждет нас впереди. Вот едем мы не через Москву, едем мы другой дорогой, более длинной, рядом с границей с Белоруссией. Ну вот заодно и посмотрим, что там да как, потому что там никогда не ездили. Интересно. Говорят, чуть длиннее, более плохие дороги, зато нет камер. Может, чуть спокойнее ехать будет. Вот как-то так. В общем, выдвигаемся. Это сильный дождь прошел. Отработал джи-сенсор на регистраторе. То есть датчик столкновения. Это я понимаю, ливень. Да. Ну вот, мы остановились, так сказать, на обед. У нас целый день льет ливень на протяжении всей нашей дороги. Он просто, я не знаю, обливал все. Какой-то колоссальной силы был. Но только сейчас кончился. Сейчас, наверное, часов около 6. Вот только сейчас мы кушаем. Собственно, сейчас поедем дальше. Попробуем добраться куда-нибудь там под Воронеж, в те края. Сейчас доедем до Смоленска, а дальше уже под Воронеж, куда-то туда. Вот это вот типа платная дорога. Да уж. Параллельно границе с Белоруссией. Ну так. Ну, тут, конечно, уже явно южнее, чем у нас. Деревья покрепше, побольше, повыше. А я буду гроза, пиздец какая. Ух, я жил, не стало темно. Сейчас. А все, уже ливануло, пошло, остров пошел. Все. Поехали на них. Это вы поехали на них. Ладно, вас не выдержит даже такое. Нет, ну, ставить все. Ставить, чтобы хворая не ребенка не ад, и потом. Поехали на юг. Ого. Летает. О, нет. Какими-то темными чигирями измазали машину в грязи, чуть не посадили, но мы прорвались в Смоленск. Вот это вот Смоленск, видимо, центр города, самый что ни на есть, центральнее некуда. Сейчас мы поедем вон какие-то соборы смотреть. Ну, вернее, мы в них не поедем, мы мимо проедем, но по крайней мере какие-то кадры Смоленска у нас будут. Уборы. Да, вот мы Кремль Смоленский, видимо, да, значит. Река Днепр. И вот тут прям такой Кремль-то, а, ёлкиш. Прям Москва. Здоровый. Да, красиво тут. Большой город. Такой вот он Смоленск. Во, какой он.
красиво. 1154 года заложен этот город. Как-то так. Встали на ночь. Сейчас 12 ночи, даже больше. Палатку ставим в свете фар. В общем, традиционно. Примерно 1000 километров проехали. Вот. Встали между Брянском и Орлом. Боковушки открывающиеся. Очень удобно. Вот. Все что угодно можно достать быстро. Климат тут уже другого. Но дождливо. Мы встали, грубо говоря, поставили палатку в перерыве между дождями. Еще. Не держится. Пока целая. Нет, все целая пока. Пыльники целые, по крайней мере, с виду. Вот как-то так. Ну вот, мы проснулись, позавтракали. И собираемся. Встали мы в каком-то непонятном поле. Проснулись от того, что сюда приехал мужик на мотоцикле с косой что-то косить. Мы слышали, что громыхает. Погода по-прежнему отвратительная. Ну как, тепло, конечно, но дождик. Мы быстренько собираемся. Надеемся, что успеем до того, как начнется гроза. В общем, поле подсолнухов. Мы недалеко от Вильца. Тут везде поля, кукуруза, подсолнухи и всякие зерновые. А, в два ряда, говорит, едете. О-о-о-о! Миша. О-о-о! Это как? Миша, все, брали? Вот здесь живых нет. Ну что ж, мы приехали опять в ночи. И встали палаткой в полях. Мы встали между Ростовом и Краснодаром. Осталось нам 500 километров до Сочей. Очень большие пробки, очень медленная скорость. Средняя скорость была вообще 74 километра в час. Ну а на небе тут есть звезды. Их не видно на камеру, но их много. Вот как-то так. Ну вот мы встали. Ну уж очень жарко. Очень. Просто жари не духотень. Вот в таком месте мы решили переночевать. Вот. Тихонько, спокойно, мирно встали. И все было хорошо. Но я поутру почувствовал какой-то несколько странный запах. И я решил все-таки посмотреть, что же является его источником. И что же я увидел. Да.
Да, я, конечно, не ботаник. Однако оно, в общем, это конопля. И оно пахнет. В таком интересном месте мы решили переночевать. Заросли конопли. Дикие вот они. Ой, дикие. Конопляные заросли. Вот это конопля на ветру. Да. Не часто такое увидишь. Вот она, ночевка в поле конопли. Бугага. Это конопля. Не, она как-то пахнет не по-конопленому. Ты что-то откуда знаешь? Юра сказал вообще так. Еще как. Родители, вы едете в город за моими друзьями. А дальше уезжайте куда хотите, а мы здесь будем тусоваться. На обратном пути типа нас точно, заберите. Точно. Откуда ты знаешь, что здесь? Может, я набрала просто вот красивые листики и везу. Гербарий. Мы домой везем гербарий, если что. Да. Так и понял. Ты будешь это объяснять на ГПП. Вы знаете, мы тут это гербарий собирали. Ой. Ну вот вроде не курили, а уже смеемся. Видимо, надышались. Ой, красота. А, нет, Миш, можно, знаешь, как объяснить? Я поняла, как. Можно выйти из ситуации. Можно сказать, что классный руководитель ребенка сказал насобирать местные там как бы вот эти вот и привезти. Да. Кто не сделает, тот два. Как бы вот и что. Точно. Блин. Маршрут изменился. Полномочный радар. Ограничение 90. Какая красота. Его злые похождения в Подмосковье, под этим Смоленском. Это вообще было зло. Это ж надо было шоссе растащить. Че? Это вообще, да, вообще куда просто такую дичь. Там пробки в горах, да, мне Леша постоянно про них рассказывал. Что он стоит, вот, когда в те края едет, как я от меня расслышал. Там он действительно повез в объезд, это хорошо и правильно. Это что, это такое, это... О, какая красота. Это еще не море, но это город там, да? Да. Вот. Кура ЦЦ. Это как? Она тебя клюнет, и ты заснешь, и никогда не проснешься? Надо будет остановиться и сфотографироваться. Пожалуйста. Это река такая, Наташ. Это не то, что поселок, это река. Юр, сфоткай меня на, вообще на фотке. Да, слушай, я тоже захочу. Мы с папой. Курица Ц, это за чё? Блин, вот это название. И Юрика потом сфоткаем с курицей Ц.
Вот едем-едем, заехали уже в горы, проехали Краснодар. И вот такое увидели. Бешеная курица Ц. Видимо, тяпнет, и ты заснешь. Как-то так. Нет, ты меня тоже. Это еще и река. Вот она. Вот такая вот она, курица Ц. Кура транспортный. Да, там еще рыбки плавают. Ну что ж, я решил спуститься. Не знаю, самая ли умная эта идея, но попробовать стоит. Курица Ц. Ух ты. Лягушки. Какие стрекозки. О, вот кто там плавал. Ух ты, рыбки. Чего себе. Сколько лягушек-то. Ну вот, все, я встал в куру ЦЦ, и теперь я засну и не проснусь. Ага, я в нее ногами встал. Малечки. Какие вот они. Лиса. Лиса? Какие-то еще лиса. Как здесь бить никого-то? Наверное, просто прыгнул в машину, как частенько бывает. Поворот налево. Тихая, милая дорожка. Едешь-едешь по асфальту, и вдруг вот такая шняга. Она немножко обвалилась. Опять чуть-чуть провалилась дорожка. Смыла ее чутка. Есть поезда. Да, платформа 1811 километров. Туапсе, Белореченская. Вот так вот. Наши поезда. Самые поезда, ты поезда в мире. Вот этим ударом скачу. Старая курица. Старая Куринская. Все равно здорово. Ты где отдыхал в старой курице? А где купался? В курице Ц. Да, да, да. Вопрос только где, когда и через сколько он пройдет. Дай камеру большую. Вот переезд в горах. Тут, оказывается, еще и дороги железные есть. И даже с пандусами такими. Чтоб типа не пролетали гонщики. Ну что ж, не прошло и 5 минут. Мы видим поезд. РЖД. Товарняк. Малый Тук. Интересно, куда я прицеплю. Давай посмотрим, что там. Какая-то она тут. Не, что-то ты сюда не пойдем. Поехать-то проедем, только вот нужно ли туда ехать. Там речка будет. И рыба хорошая, не хочу. Что машину перепачкаю. Проедем. Там оно, конечно, интересно, но что-то. Вся машина будет в грязи потом. Дорога. Есть. Да, сплошная. Во-первых, она есть туда, во-вторых, она есть туда, да? Сейчас дорога, да? Ну да, дорога. Ну, здесь вроде нормально все.
Ой, только бы без грязюки. Юр. Опа, ладно. Все, что хватит на клиренса. Что-то впереди я не вижу. Там купаются дети. Вот это я вижу. Там шестерка, купаются дети. Ну, думаю, мы рядом встанем. Никому не помешаем. Шикарная полянка на берегу речки, никого нет. То, что он сильно далеко от дороги, но... Чувак сюда вообще на шахе заехал. А тут вот что. Такая вот чудесная полянка, на которой можно прекрасно покушать. Хочешь в теньке, хочешь на солнышке, да как хочешь. Вот тропинка в речку, где можно сходить и искупаться. Мы ехали-ехали по дороге и вдруг увидели отворотку небольшую. Решили проверить, что там. И вот чудо. Мы обнаружили пляж. Пляж у горной речки. Мы отправились, поплавали. Тут глубоко. Я не могу стоять, вода очень теплая. Такое вот удивительное место тут. Горная речка попадает в такую небольшую запруду, и местные тут купаются. Ну, а мы готовим обед. И наконец-то первый раз нормально пообедать не бутербродами, а что-то сделать хотя бы там доширак. Вот такой вот красивый вид. А вот там вот прям гидромассаж к краю, откуда оно выливается, и вот водичка. Такие вот тут грейдерные симпросерпантины. Едем в гору, карабкаемся. Это вот после красного пляжа горной речки дикой. Чудесное место. Ой. Речка называлась Большой Тук. Тук-тук. Координаты сохранили, так что можно будет потом, если что, вернуться. О, как ей грустно тут на BMW-то. А машинка не для этих дорог совсем. Чем-то напоминает прям Ялтинскую эту дорогу. Ну, в смысле, не Ялтинскую, это дорогу на Айпетре. Вот мы забрались на эту самую гору. И вот ее высота. Целых 450 метров. 424, да? 450. Вот где-то так. Интересная горка. Какие-то птицы гуляют. Вороны здоровенные, блин, вообще. Фига такая дура. Или не вороны. Вообще хрен его знает, кто это. Но здоровая. Прикольно. Такой красивый вид, тут открывается. Море не видно. Но скоро уже будет видно. Вот, пойдем. Нашли знак Дальмена, пойдем туда. Разворачивайся, а вы там слушайте. Понятно. Ну, да, пожалуйста, а тут что, Миш, платное? Ну, пойдем. Вот платное для всех круглогодично. Да? Пойдем ну, посмотрим. Это, да. Дальмен, Туапсе. Не, ну пойдем посмотрим. Тут целый экскурсионный маршрут. Вот он у нас, Наташа. Нам дали, он входит в стоимость. А тут прогулка где-то на час. Ну что ж, вот они, традиционные ступеньки. Ручеек. Иногда он здесь течет. Тут какой-то колодец. О, какой бук.
Трон короля леса. Ну что, раз трон, так трон. Я! Ну что ж, поцарствуем немножко. Подходите, подходите, прошатели. И что вам угодно? Предлагаю сделать тебе все то же самое. Миш, ух. Слушай, дай-ка я тоже потом хочу себя вдохновенной почувствовать. Почувствуй. Это толково. Стол короля леса и стулья короля леса. Детский сад короля леса. Вот. Прикольно. Такую бумажку нам дали. Цена 300 рублей. Ну что, айда выше. А вот первый дольмен. Я его вижу. Вот он такой первый дольмен. Это дольмен благополучия. В общем, мне немного, что это такое. У ученых варианты того, что это древние захоронения, какие-то ритуальные сооружения. В общем, вариантов тьма. Ну, на самом деле никто не знает. Знают только одно. Что этим сооружениям очень много лет. Этим сооружения до нашей эры, то есть 4000, 5000 лет назад воздвигнуты. Вот памятник археологии, дольмен 2000 лет тому назад, ну, то бишь 4000 лет назад. Я вот не ошибся. Вот он сделан. Вот такая вот штука интересная. Ух ты. Прикольно. Удачно, что заехали. О, а вон дырка, да? Смотрите-ка. Такая дырка насквозь. Круглая. Уху! Большой. Не видно, что там. Фонарик забыли. Теперь идем к скале желаний. Не пойми чего. Скала желаний. Ух ты. 10 класс. Воробьев. Отметился на скале желаний. Что тут надо сделать? Стать на скале желаний так, чтобы увидеть крышу дольмена благополучия. О, я его вижу. Посмотрите в центр крышки и загадайте свое заветное желание. Вот если отсюда посмотреть в ту дырку и загадать желание, то оно будет. Вот это дольмен мужской силы. Если камень, его касаешься, если ты мужик, то желаешь здоровья себе. А бабы желают здоровья мужикам. Вот как-то так. Такое поверье. Менгир – тоннель в будущее. Пройти через тоннель в будущее, повернувшись левым боком. Это поможет снять накопив, накопившиеся за годы жизни. Вот так вот. Вот он. Да ну нафиг! Левым боком. Вот это проползти. Да вы шутите. Вот это вот. Надо пройти левым боком. Я точно не понимаю. Ну, либо с другой стороны. Тогда это будет вероправым боком. Ну, я попробую ради интереса, но что-то я не уверен в благополучности результата. В общем, я пролезу туда, без делать не буду. Ну, я это без труда. Mm-hmm.
Ну, вот так вот пролез. Круть. Шлепку, шлепку, я нормально прошел. Ничего сложного нет. Ну, мне кажется, все фигня какая-то. Ну, то окажется в будущем. Да я тебя не ляжу. Нет, я, наверное, даже не поляжу. Лезь, лезь, там все легко. Че здесь пахнет как-то? Пиши. Мне как-то проще так. Не, надо левым боком. Не, слушай. Давай, давай, да, на самом деле просто все. Попробуй. Я даже не хочу. Ну что ж. Мама спасовала, а Юра прошел. Ну, двигаем дальше. Мы припихнулись. И теперь нас ждет дольмен тотем и дольмен верности. Вот он. Дольмен тотем. Ну вот где-то здесь будет дольмен тотем. Ох ты. Вот он какой. Он немножко развалился. Так, чуть-чуть. Но дырка осталась. О. Окей. Тоже поди какой-то дольмен. О, ящерица бегает, бегла. А вон она. О, какая ящерка. Бежала, побежала, побежала. Юх, юх. Мы тебя добрались. Вот такой вот дольмен верности. Такое вот квадратное помещение, сверху закрытая крышка с маленькой дырочкой. Yeah. Вот, вот все гадают, что это за хрень такая, нахрен оно было надо. Видишь, с одной стороны для погребальни дырочка какая-то слишком маленькая. О. Видишь, вот так затыкают такой хренью. Получается вот такая вот штука. Вот их тут много таких. Очень много. У тотема надо было просить защиты для своих близких, прикоснуться к нему. А дольмен верности может исцелить многие болезни, если вы прикоснетесь низом живота к выпуклости на передней стенке дольмена. Да. Низом живота надо прикоснуться. И это исцелит многие болезни. А сколько денежек? Будешь пытаться исцелить многие болезни? Все здорово! Ни на что не жалуюсь. Ты будешь вот касаться низом живота? Это как, вот так? Ужас какой. Да ладно. Давай уже за компашку. Трое, блин, идиотов. Не говори. Сейчас у нас будет дольмен с части. Вот это вот, что ли, он, да? Или что-то написано? А, нет, дольмен с части. Туда, туда. Видимо, да, туда. А это цикада. Такие громкие. Точно, точно, они у тебя научились. О, боже. Да, тут что-то как-то их... О. Типа ленточки повязаны. Красиво. Не, молодцы. Очень красиво, быстро. Классно посмотреть эти дольмены в лесу. Молодцы, ребят, хорошо сделали, мне понравилось. Ну, в принципе, относительно недорого. Нормальная цена за такое. А это что? Брачный камень, это уже дальше. Идем к брачному камню. Или это вот это он? Миш, так стрелка-то куда? У него присаживаются для того, чтобы закрепить существующий брак. Или просят счастья в личной жизни. Это вот это он. Вот это? Это практически уверен. Да, это... Он. У него так вот берут и присаживаются, чтобы закрепить имеющийся брак. Так, а ты прислонился, а не сел. Уа!
Ой, вот так вот. Иди сюда, садись рядом. Вот тогда точно закрепил увеющийся брак. Сфоткать тогда. О, боже. Слушай, ребят, я на это не подписывалась. Так а мне никак. Сейчас поможем. Тяните меня сюда. Ой! Ой. Давай сверху залезай. Да, лучше нас спусти, а это комично не будет. Блин, Миш, я думала, ты меня вообще там сейчас скатимся. Вот. Видишь как? Ой, вот так. Вот. Да. Закрепим имеющийся брак. А ты можешь сесть и попросить счастья в личной жизни. Правильно. Вот еще скакать. Фух. Вот это вот райский сад. Видимо, деревья вот в этих штуках, это райский сад. Да, развлечение цветов. Полянка развлечений. А вот колесо удачи у нас туда. Да, красота. Поверь, ловкость рук и брось фишку в воронку. О, там ту воронку можно бросить шишку. Что будешь бросить? Шишку. А где шишка? Ну, надо найти. На колесе удачи возьмите камушек, обойдите вокруг колеса по часовой стрелке. И в любом месте по кругу положите его, называя имя близкого человека. О, вот оно, колесо счастья. Его надо обойти по часовой стрелке, да? Ну, какое. Это что-то типа, как я понимаю, это лабиринта. Помните лабиринт этот, Кундалакша? Вот это его версия, южная. Такая штука. Ну вот, мать, если ушли к дольмену. Нет, ну классно. А это типа чаша жизни. Это, конечно, новодел. Но прикольный. О, тут эти желания жгут. Здесь типа положено записать желание и сжечь там, если хочешь, чтобы оно сбылось. Я думаю, что мы не будем заморачиваться. Вот, такой вот новодел. Это бетон. И тем не менее, допри его сюда. Ну ладно, идем вниз, будем пытаться остановиться где-нибудь. Вообще, чтобы переночевать. Вот как-то так. Вот такой тут милый спуск. Уть. И вниз. Вот это да. Какая хрень. Это банан, кстати. Через 150 метров поворот направо. О, сколько детей. Они здесь живут, что ли? Да. Ну, здесь вот тихо, конечно. Вот почему у нас менялась скорость перемещения. В зависимости от пробок, которые вот на этом шоссе, представляешь? Думаю, что тут уже не будет настолько битком, оказывается, вот здесь пробки. Да, пробки, пробки, пробки. Адский кошмар. Вот он. Кошмар в топ-се. Пробки, пробки, пробки. Ужас. Вот и наличка топ-се. Это же наличка топ-се, которая все-таки попадает в море. Мы сейчас туда идем. Ура, мы наконец-то прибыли. Вот такой вот он городской пляж Туапсе. Сочек и галечек. Красиво. Тут еще бывает ездят поезда. Вот прям по пляжу. Такие вот они. Туапсинские поезда. Тут поезд, тут море.
А ты маленький?